день открытых дверей во Дворце культуры прошла презентация деятельности творческих коллективов. Присутствующих поприветствовала начальник отдела культуры Черноморского горсовета Юлия Кристанова. Дворец культуры города Черноморска – это одно из самых лучших клубных учреждений в Одесской области. Я думаю, что вы чувствуете это и в материальной базе, финансировании, конечно же, в тех условиях, в которых занимаются наши дети, те преподаватели, тот контингент мастеров, который работает на базе Дворца культуры, на сегодняшний день является ведущим в области. На сегодняшний день на базе Дворца культуры действует 17 клубных объединений. 5 из них носят звание «Народный». Танцевальные коллективы «Дана», «Канарейка», «Полундра», хоры «Надія» и «Червона Калина». В Центре культуры и искусств занимаются около 360 детей. Свой творческий потенциал тут могут реализовать и взрослые. Направления деятельности коллективов самые разные – хореография, вокал, театральное, декоративно-прикладное искусство и другие. В этом году на базе Дворца культуры начала работать новая мастерская. Новинка из 2017 года – это создание на базе Дворца культуры гончарной мастерской. Вот дети принимаются от 6 лет и старше. В течение текущего года коллективы приняли участие в 16 фестивалях всеукраинского и международного уровней. По мнению родителей юных талантов, работа над собой и покорение новых вершин – это важные этапы в становлении личности ребенка. Мы уже ходим лет 5, ездим на конкурсы, есть зарубежные конкурсы, они привозят оттуда разные награды, детям очень нравится и нам очень нравится. Это, во-первых, ребенка стимулирует, что нужно что-то делать. Это также и для здоровья, и хореография у них, и народные танцы, им нравится выступать, это разные костюмы. Вот это очень детям очень нравится, родителям тоже. Зачастую коллективы, в которых занимаются воспитанники Дворца культуры, становятся одной большой дружной семьей. Ребята здесь не только развивают свои творческие способности, но и находят новых друзей. Подружек очень много, руководители у нас очень хорошие. Я очень люблю выступать, там интересно, красиво, весело. Жители Черноморска, которые хотят окунуться в мир духовной красоты и искусства, могут присоединиться к творческой семье Дворца культуры. Здесь каждый сможет найти занятие по душе, чтобы открыть и усовершенствовать все грани своего таланта.